Газореконструкція у центрі Дніпропетровська. На місці взялися за відновлення одного з найбільших та найстаріших газопроводів. Причому за технологіями, які ще жодного разу не використовувались в Україні. Не треба рити траншеї, аби виконувати ремонт. Замість людей під землею працює техніка, примісінько всередині газопроводу. Роботи розпочато на вулицях Серова та Словацького. Реконструкцію проводить Дніпрогаз за власні кошти. Та технологія, яку ми плануємо використовувати, це полімерна кевларовый рукав, она является, во-первых, лучшей в мире на сегодняшний день, во-вторых, она еще ни разу не использовалась на территории Украины. Она позволяет, во-первых, бестраншейно ремонтировать, модернизировать газопроводы длиной более 1000 метров. И газопроводы, которые лежат под автодорогами, мы имеем возможность модернизировать и проводить реконструкцию без остановки движения. В прошлом году было сделано видеообследование. То есть мы, вот так как вы сегодня видели, открыли приямки, был запущен туда робот с видеокамерой, который дал повреждения, те, которые нужно устранять. Сейчас производятся подготовительные работы по очистке внутренней поверхности трубы. То есть проводится фрезеровка. После этого будет окончательный этап, который будет, наверное, самый яркий, это когда будет заходить этот рукав без швов, без ничего от Чкалова, и уже будем ловить его внизу на набережной.